уже во вторник, 2 января на канале Star, вы сможете посмотреть 17-серийную комедию под названием «Инспектор Гаврилов». В ней, в надежде начать новую жизнь, рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстателем порядка, начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки.